Да ладно, все, смешанная зона, хорош. Перестань. Давай. Эмоции, твои эмоции? Да, да. Самые позитивные, очень жду этого. Я думаю, естественно, должен усилия, чтобы добиться максимального результата и занять первое место. Я думаю, все этого хотят. Будем работать для этого, готовиться. Приложим все усилия для этого. В матче с Кипром ты уже дебютировал за команду, сейчас наверняка уже появилось желание выйти с первых минут. Ну, желание всегда есть выйти с первых минут, но нужно для этого работать, доказывать, чтобы тренер был уверен, что я смогу с первых минут выйти и показать хорошую игру. Буду для этого работать, готовиться, проявлять себя. Еще есть игра с крыльями, и тренировки будут. Зелимхан, в «Спартаке» стал играть десятку, много об этом разговоров. В сборной немножко другая роль. Сам что думаешь про это? Сложно перестраиваться с одного места на другое? Мне без разницы. Куда меня поставят, я готов там играть. То есть, куда тренер скажет, там я и сыграю. Мне абсолютно без разницы. Я способен на любой позиции. Угу. Были мысли во время последней игры, что ну, вот если бы я был на поле, может быть, удалось бы что-то сделать, помочь команде? Мысли были, конечно, что я бы смог бы помочь, но я не знаю. Есть ощущение, что за сборную ты проведешь 12 минут, оставшись в матче? Я этого не знаю, ощущений не может быть по этому поводу. Мы уже спрашивали, да? Еще много времени до сборной, еще неделю, можно сказать. Ну, примерно, так что да, много работы предстоит. Ну, можно спросить. Амбиции на Бельгию какие? Ты человек, парень амбициозный, да? Что думаешь? Амбиции, конечно, выиграть. Какие могут быть цели, скажите, кроме победы? Вот если не победа, то зачем вообще играть? Победа, и мы приложим все усилия. А лично для себя выйти на поле? Ну, лично для себя, конечно, хочется выйти и проявить себя, все свои лучшие качества показать и помочь сборной. Зелимхан, ну, победа, понятно, да, она нам нужна, только победа нужна с определенной разницей, с разницей мячей. Да, да. Будет ли команда удовлетворена тем, что просто будет победа, или все-таки... Конечно, износа надо 2-0. Я думаю, конечно, все хотят 2-0. Первое место. У нас цель первое место. Не может быть в футболе, ни в любом другом виде спорта, второго, третьего места, только первое место. Из-за этого мы приложим все усилия, чтобы 2 забить и в итоге первое место занять. Это будет очень тяжело, но в футболе нет ничего невозможного. Ты, получается, ну, уже рос, да, видел сборную России, которая начинала там с бронзы на Евро 2008. То есть, по сути, застал вот этот расцвет команды. Насколько сейчас легче, не знаю, там, вливаться в сборную, у которой победные рельсы? Да, вообще хорошо. Там есть много знакомых. То есть, вообще не трудно было. Легко влился, хорошо приняли. И все хорошо. Теперь главное работать. Привык к такому вниманию. Даже сейчас мы там жили и вот сажали в угол, давай да, вот привык, сидим. Часто ты оказываешься в зоне, разговариваешь с журналистом. Насколько для тебя это сложно? Да уже нормально. Слушай, а тебе важно, в какой форме играть, да? Ну, все обсуждают сейчас вообще, да. Что надето, какая для тебя? Или главное побеждать? Как ты думаешь, да? Что это за первое? Что это за стиль? Честно, я еще не всматривался. Ага. Корень гушать. Главное герб, вот, как говорится. Бывало ли вообще, что форма какая-то не нравилась, что... Нет, такого нет, хорошего нет, ну, всем понравилось вот сейчас. Ну нет, а вообще, то есть... Нет, нет, лично для меня не было, чтобы мне не нравилось, мне каждая форма... Ты ее заберешь или... Я не знаю. Сейчас, ну не отнимут, я думаю, да? Ну если отнимут, на игре возьмут. Чехов сказал, что игроки в том числе, да, участвовали в выборе вот этой формы, у тебя спрашивали как? Нет, я не знаю, у меня не было. Может, это давно было, не знаю. То, что она красно-белых цветов, это добавляет? Не знаю. Зелимхан, Юра Дудь не так часто берет интервью сейчас у футболистов. Вот у вас диалог с ним состоялся. А вы смотрите что-нибудь из Дудя? Да, иногда смотрю. Может быть, что-то запомнилось вам интервью или какой-то его сюжет? Что больше всего помните? С ютубером один, Бэткомедиан. Ага. Ну вот... Потому что вы сами, видимо, любите посмотреть хорошее кино. Да, из-за этого, да, я посмотрел. Посоветуйте. Ну, что... потому что он интересный сам человек, Бэткомедиан, и вот мне интересно было посмеяться.
посоветуйте что-нибудь мне, ну и болельщикам Спартака вообще, на что сходить вообще сейчас в кино? Сейчас нормального ничего нет в кино, к сожалению. Вообще ничего? Терминатор. Даже Терминатор. Ну, провалился, как я слышал. А Джокер смотрел? К сожалению, нет, но посоветую смотреть. А на какой футбол посоветуешь сходить? На какой футбол? Ну, естественно, Спартак или Совет.